В лекционном зале нефтекамского филиала УГАТУ представители торгово-промышленной палаты встретились с будущими выпускниками вуза. Их проект «Старт к успеху» как раз рассчитан на студентов последних курсов, на молодых, напористых и креативных, которым предоставили шанс задать успешный старт карьере. В прошлом году уже были трудоустроены в администрацию президента и торгово-промышленную палату 20 уфимских студентов старших курсов. Теперь такой шанс предоставлен и нефтекамской молодежи. В рамках встречи состоялось обсуждение механизмов участия студентов в проектах, а также конкурсный отбор участников для формирования команды развития территории с возможностью дальнейшего трудоустройства. Эффективность программы «Право на старт» покажет время.